Ну, справа написано, где она должна спрятаться. А еще кто-то? Да. Почему я прислушаюсь? Тут осторожненько. Ну, есть тут с краешку. Наташенька тут с краешечкой сидит. Я да, да. Ты там не начальник. Ты девятая. То есть, если твои не придут, то передвинуть немножко, да? И я рада представить вам наше жюри. Светлана Катюшина, поэтесса. Ольга Лебединская, поэтесса. Больше известная, как Рена Дубанчик. А также Андрей Кужеев, поэт. Обращаю ваше внимание, что в программе произведения, выданной вам, что тут в алфавитном порядке фамилии, и там и чтецы, и авторы произведений, то есть отдельно оценивается прочтение, отдельно оценивается само произведение. Итак, приступаем. Я приглашаю на эту сцену Виталия Дерзкого. Я уже начитал это стихотворение, но не на поэтическом фестивале. Вот. Мне кажется, оно стоит того, чтобы его прочитать. Чтобы жизнь не представилась тряпкой, ты на полку ее не клади. Собери свои мысли в охапку и печаль оставь позади. Успокой свою душу дыханием и семью свою побереги. Чтобы жизнь не представилась тряпкой, ты к себе на свидание приди. И это я уже читал, но не здесь. Крохи золотые, милая пора, добрые, родные, мы сгорим дотла за детишек наших и за их судьбу. Чтоб их жизнь продлилась, отдадим свою. Еще одно стихотворение, тоже короткое. Стремительно падала вниз вода на груди водопада. В ней плакала тишина, и робко просила: не надо. Можно еще? Ну, одно можно. Одно, да? Хорошо. Медленно падают листья, те последние перед зимой. Медленно падают листья, не грусти, ты избранник.
Спасибо, спасибо. Стихотворение Станислава Степанова читает Владимир Иванов. Здравствуйте. Небо плачет, льется дождь. Я смотрю в свое оконце, вспоминая твою ложь. В день, когда светило солнце. Без стыда и быстрый град, нарядившись в счастье маской, на фальшивый маскарад привела, как будто в сказку. Мне казалось, я любим, и тебя любил безумно, чувством верен был своим, вел себя так безрассудно. Вся твоя любовь — обман, как красиво ты играл. Ну а теперь душевных ран у меня осталось мало. Дождь прошел, и солнце вновь, улыбнувшись, сердце вышло. Настоящая любовь нам дается только свыше. Стихотворение Станислава Степанова читает Александр Цыганок. Да. Стихи начинаются с сказанных слов, в которых находится смысл и правда. Стихи начинаются с сказочных снов, которые служат нам ночью исправно. Стихи начинают с мелодии нот, в которой рождаются новые гаммы. И обязательно пишет их тот, кто вдохновлен обаятельной дамой. Итак. Тот, кто смотрит высоту, жизнь земную понимает. Несчастливые мы тут, нам чего-то не хватает. Он глядит на небеса и представляет себя птицей. И такие чудеса, что другому и не снится. Тот, кто смотрит высоту, ходит мысленно по звездам. Так другие не живут, он живет, пока не поздно. Вот и я один из тех, кто взглянул разок на небо и представил свой успех и места, в которых не был. На сцену приглашается Александр Деремедведь, авторские стихотворения. Это стихи Станислава Степанова читал Александр Цыганок. Сегодня, мама, день прекрасный твой, и ты сегодня у меня красавец. Будь самой яркой, самой золотой, такой, что всем не может не понравиться. Терпение и мудрость, и счастье, не глоток, а просто веки, чтобы несло, как лодку по судьбе. Для нас будь самым главным человеком. Молю у Бога о прощении, пускай простит грехи мои, пускай пошлет он утешение для всей большой моей семьи, которой я сейчас страдаю, и та, которую люблю. Господь все беды понимает, и встретит он нас всех в раю, покажет, пусть нам станет легче. И каждый день, и каждый час, а голос мой упрямо шепчет, что Бог спасти однажды нас. Не тревожь мою душу, прошу, не развей это сердце, как я трудно сегодня дышу, и куда ж теперь деться? Если б знал ты сейчас тяжело, но тебе пожелаю только счастья, забудем про злой, ведь такое бывает. А теперь я приглашаю на сцену лауреата конкурса «Молодая муза» Александра.